ковидном госпитале городской клинической больницы на проспекте Сурова развернуто более 40 мест для лечения пациентов акушерского профиля. Учреждение лечит беременных и молодых мамочек. Для более эффективного оказания медицинских услуг благотворительный фонд «Образ жизни» дополнительно предоставил госпиталю 7 кислородных концентраторов. Медицинский аппарат применяется для насыщения крови человека кислородом и обеспечивает самостоятельное дыхание пациента кислородной смесью. Данные концентраторы также имеют плюсы того, что они могут работать автономно, то есть при любой аварийной ситуации они могут до 30 минут работать также с помощью аккумулятора. И тем самым не навредить непосредственно жизни пациента. По словам врачей, медицинскую помощь здесь получают не только будущие мамы, но и граждане пожилого возраста. Оказываем помощь всем больным с COVID-19 беременным, роженицам и родильницам любой степени тяжести, начиная от тяжелого течения, заканчивая легким течением. Оказываем им медицинскую помощь по родовспоможению, послеродовому периоду, а также лечение коронавирусной инфекции. Также на нашей базе развернуто 2 инфекционных отделения по 40 человек. Концентраторы уже доставлены в госпиталь и активно применяются при лечении всех пациентов. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Управда ТВ.